Токио 20-20. Песклов делает передачу на Элиса. Элис. Скидка. Даглас. Попадает. Немного вперед. И, знаете, такая смесь броска Коби Брайанта и Майкла Джордана с Дирком Новицки. А вот и Октавиус Элис. На чемпионате мира в Китае. Чемпионат мира проходил. И Россия даже довольно неплохо выступила. А Стэнли Уитакер готов вводить мяч из-за лицевой соперника. Элис, это мы уже видели, это мы уже... Давление от Ребича, но как же уверен в себе Уитакер. Под сдваивание попадает Стэнли и шикарный пас Элис. Великолепной передачи. Еще одна длинная передача. Даглас на Элиса. Октавиус, 2 плюс 1. Баскетбольной лиги чемпионов. Уровень высокий. Это факт. Даглас на Элиса! Сохраняет мяч под контролем. Невелс заходит по дуге. Шикарный пас. И Элис этапом Уралмаш Самар, да, который проходил в Екатеринбурге. Нельсон полез под кольцо. Готовится спиной давить. Кстати говоря, Октавиус Элис является лучшим игроком по эффективности единой лиги ВТБ. И забивает Глазунов. А Глазунов один такой, но не попадает он. Зато есть Элис, который... Но, правда, тут же показал Нельсону, что нужно освободить пространство под изоляцию Элису. Эли! Проход двумя набранными очками. Глазунов, Уитакеру, Стэнли. Наброс на Элиса. Октавиус. Еще два. Вот уже минус 9. Самара все приближается и приближается. Еще четвертая четверть впереди. Да и в третьей игра чуть больше минуты. Каждого благодарит за сегодняшнее посещение этой игры. И Роберсон в ответ, но тут и Элис. Элис выходит, передача на Песклова. Песклов бросок одной рукой не забивает. Элис добавляет. Зарылся немножко Александр Гудома. Уитакер, передача внутрь. Элис!